Всем здорово. Здорово. Первый тест. Первый тест камеры. Да. GoPro 8. А, едем в ПДН. Как бы народом да. На дамбу, а там будет видно. Может вокруг, на троежку, может обратно. А, сравним заодно видео из GoPro 8 с JCam 5000. Ну, погнали. Карантин, шашлыков не видно, может быть дальше будут, но пока не видно. Тут как-то не особо по шашлыкам, потому что далеко от дома все-таки, и шашлыки больше любят те, у которых лес возле дома прямо, вот там прям шашлычная зона. Вышел и сразу. Тут как бы ты не доедешь шашлыками, если у тебя нет машины, сюда бессмысленно ехать. Тоже не то. Thank you.
Дорожка ничего такая. Спасибо. Ух, ветки ломаю. Едем по Труханову уже в сторону пешеходного моста. По Муромцу прокатились. Сейчас здесь по всяким тропам выедем, потому что на асфальтированной дороге очень много людей. Здесь, конечно, сложнее, но и интереснее. По асфальту уже поедем от пешеходного моста назад к Подольско-Воскресенскому мосту. И затем Русановские сады. Так вдавил, что уже и не видно почти его. Вот это он там тулит. Трейл классный, с корешками. Видите, да? Что-то я потерял, Тёму. Ага, вижу. Уже выехал на асфальт. А что вы хотите? Какой гарантий? Я, конечно, не уверен, но интересно посмотреть, что там в центре. Мне кажется, что он не особо. В центре. Короче, доехали до мостика пешеходного. Заказали пиццу. Едем сейчас забирать пиццу. Так что погнали за пиццей. Очередь. Через полчаса она будет готова. Очередь в магазин можешь снять. Да, очередь. Единственный магазин, наверное, на Трухановом, который работает. Очередь с улицы. Все хотят что-то купить. До встречи. Остановились в магазинчик затариться колой и водичкой. Водичка закончилась.
наша пиццуня ждет уже, походу. Здравствуйте, я забрать пиццу. Только самовынос. Идем искать место. Так, прервемся на обед. Как видите, здесь пусто, никого не тормозят, температуру не меряют, как писали некоторые. Прокатились сегодня неплохо, вроде. Ну, сколько мы там проехали, да. Я еще не доехал. А вот там 64 километра, ну, плюс еще тут километров 7. Лайки ставим, лайки. Подписочка. Сейчас в тренде прощаться, здороваться можно вот так. Типа, опа, покеда. Всем пока.